В пятой серии сериала все могло быть иначе. Осознав, что свадьбу не отложить, а быть с Владом ей не суждено, Ника предлагает Антону фиктивный брак. Сергей счастлив, что скоро станет совладельцем бизнеса Летичевского. Две семьи готовятся к свадьбе, Леша и Гриша, случайно знакомятся с Шуриком. Проследив за ним, они видят Яну. Посмотреть очередную серию вы сможете 22 мая.